и будем переправляться на вот такой вот переправе. Ага, вот время, когда это работает. 3:30, ага. Ехать будем с велосипедистами, с автодомом из Германии и еще несколько туристов, как мы. Вот так вот караванчики путешествуют. Вот наша очередь. Все уже загрузились на баржу. Вот таким вот буксиром нас будут буксовать. Отшвартовываем баржу и готовы выплывать. Конечно, кайф. Первый раз мы вот так вот путешествуем, и получилось так, что на машине, на такой барже переплавляемся по речке. Вообще, конечно, никогда такого не было. Классный опыт. Ну как? Классно. Нравится? Апартаменты в таком сосновом лесу. Птички чирикают. Красота. Вот наша верандочка такая. Птички щебечут. В сосновом лесу. Остановились, классно, воздух хороший. Вон хозяева шашлычки делают. Что у тебя такое? Букетик. Я совсем вовремя кошку, где жила улитка.
Снова время обеда. Но сегодня с таким видом потрясающим на Дунай. Какая красотища. Спросил официанта, 40 метров был пляж, и сейчас Дунай это все, Дунай поднялся и затопил это все. Первая наша попытка попасть в Голубац не увенчалась успехом. Приехали время 5:30, а оказывается, он работает до 5 часов. Так что вернемся завтра. Зато посмотрели, где парковаться, куда ехать. Стоимость 750 со взрослого, дети до 12 лет бесплатно. Приехали в гости к Денису Алексам. Сейчас посмотрим, что они тут сняли. Вот у них тут фонтанчик. О, какая красота. Вот такой домик. Они тут, собственно, одни. Тоже разделены на апартаменты. О, гамак есть. Там еще вон одни апартаменты я вижу. Прикольное место. Класс. И вот такой вот. Это вот Зуля посидеть. Мангал. Я не могу, какая красота. О, тут летняя кухня. А и здесь есть апартаменты? Наверху. Ой, какой паук. Да, ты сказал. Где ты видел? Вот, вон под лестницей. Да, ты сказал, надо мне убить. Оп. Все, не обвалился, значит, хорошо привязан. Лаконочи. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Не забывайте ставить лайк, комментировать. Это помогает продвигать наш канал на YouTube.